я не могу сказать, что наш президент находится в изоляции. Он, я думаю, сейчас один из лидеров, из лидеров среди всех президентов. Я думаю, к нему сейчас относятся с максимальным уважением. И это только начало. Вот. Ну, а крылатые ракеты, они показали, что много чего мы можем. Вот. И есть смысл ну, попридержать свою прыть тем людям, которые, ну, тем странам, так нас называем «друзьям» в кавычках, да, западным, которые ну, желали нам только несчастья и беды. За последнее время очень много изменилось, и Владимир Владимирович принимает везде и всюду с большим уважением, поверьте мне. Я это наблюдаю, вижу. Да вы тоже, наверное, ну, о чем говорить. Включите телевидение, посмотрите, как его встречают, как к нему относятся, и все станет на свои места.